Волна Плюс представляет информация и объявления на Печорском телевидении. Закусочная «Волна» приглашает на завтраки, обеды и ужины. Бизнес-ланч 150 рублей. В закусочной вы можете провести свадьбы, юбилеи, детские праздники и поминальные обеды без арендной платы. Единственное в Печоре – мороженое собственного приготовления. Вкусные пиццы и свежая выпечка. Бесплатная доставка при заказе от 500 рублей. Ежедневно с 10 до 18 часов. Воскресенье – выходной. Адрес: Печорский проспект, дом номер 20. Телефон 36002. Speak English объявляет набор в группы изучения английского языка в поселке Кожва. Количество мест ограничено. Чтобы записаться, звоните по телефонам 8-912-184-04-19 и 8-912-954-94-48. Скорая юридическая помощь. Адрес: улица Московская, 27А. Телефоны 402-71, 8-904-868-04-74. Для работы вахтовым методом требуется машинист Купра СП-49, машинист гусеничного крана КС-46-71, юргинец, машинист дизель-электрического крана МТТ-16, машинист релевочника, автокрановщик, бульдозерист, экскаваторщик, жестянщики, механик с опытом работы. Звоните по телефонам 769-22 и 772-12. Продается павильон по улице Строительной. Площадь 30 квадратных метров, потолки высокие. Цена 270 тысяч рублей. Распродажа товара, все цены пополам. Телефон 8-911-696-2086. Продается двухкомнатная квартира обычной планировки на втором этаже площадью 44,6 квадратных метров в доме номер 23 по улице Советской, напротив кинотеатра имени Максима Горького. Звоните по телефонам 766-15 и 8-912-125-87-22. В подъезде дома номер 42 по улице Островского найден рыжий кот. Молодой, чистый, кастрированный, спокойно относится к сородичам, кушает все, ходит в лоток. Помогите ему найти дом. Телефон 8-950-308-35-87. Разместить информацию в программе «Информ ТВ» вы можете, обратившись в наши центры обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефоны рекламной службы 356-90 и 363-22. Внимание! Информация дублируется на сайте «Волна Плюс».